Я закопал гусениц, чтобы они стали бабочками. Таких вот бирюзовых гусениц я приобрел в любимом зоомагазине. За неделю эти гусеницы вырастают размером с мизинец. Но только если они будут находиться в теплом месте, так что ставим их в теплое место и ждем. Через несколько дней гусеницы стали огромного размера и перестали есть свой корм. Было страшно, что эта гусеница меня ужалит. Для бабочек я выбрал самых крупных гусениц, а мелких я просто убрал. В уличном цветочном горшке закопал свои гусеницы, так что ждем, когда они превратятся в бабочек. Говорят, что эти бабочки очень крупные. Ждем продолжения.